Между тем, концерты и гуляния сегодня проходят и в Астане. На площади Казак-Еле побывала и наша съемочная группа. Праздничные мероприятия в Астане проходят сразу на двух крупнейших площадках. Казак-Еле и городская площадь. По словам организаторов, вечером они продолжатся в концертных залах столицы. Каждый год в Астане, и этот стал не исключением, проходит ярмарка национальных кухонь. В этом году в ней принимают участие 25 этнокультурных центров. В этом году мы тоже принимаем участие с нашими национальными блюдами. Ни одно наше застолье не обходится без наших национальных блюд: лагмана, мант, ганфана, чебурек. Это еще не все наши блюда. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником единства от нашего культурного центра. Счастья, здоровья и благополучия всем! Удачи! Но самые маленькие гости и жители отлично проводят время, играя в национальные игры, такие как Асыгату, Аркан, Тарту. Азиза Макулбаева, Ерлан Наурзбаев, Хабар 24 из Астаны.